Всем привет! Сегодня я покажу кое-что, что я купила в Черногории, косметика. Мне очень понравились эти два средства, поэтому я хочу вам показать. Они продаются в Черногории, в Хорватии. Делает вообще производитель, это Словения. Называется Афродита Косметик. Афродита Косметикс. У меня есть вот такой вот гель для душа. Это стойка была фирменная в магазине. Там стояли различные гели для душа, шампуни и, по-моему, пена для ванн. Вот, у этой серии прекрасные запахи различных десертов. Здесь у меня пралине с фисташками. Очень круто пахнет. И кремовая текстура, вот здесь вот видно. Половину уже мы измылили здесь. То есть это крем, крем-гель для душа. У него достаточно такой хороший состав, не содержит он силикона, парафина, парабенов. Вот. Но ключевое, конечно, это вот классный запах. Моет он, не сказала бы, чтобы до скрипа, но когда, особенно на море, да, или если вы несколько раз в день душ принимаете, то особого очищения кожи и не нужно. То есть классный запах, смыть что-то с себя, с тела, и прекрасно. Мне очень понравился. Еще классно пахнет, есть апельсин с чем-то, апельсиновое мороженое, по-моему, апельсиновой серии, тоже отлично пахнет, цитрусовый. Вот. И еще я купила крем вот такой вот. Они тоже есть разные. У меня он ночной крем. А крем есть, бывает с календул, бывает с ромашкой. Вот. Мне очень он понравился. Сейчас я покажу. Коробочка была в фольге. Вот. Здесь обычная пластиковая баночка. Ну, такая недорогая. Да, кстати говоря, по деньгам это все очень недорого. Крем порядка 3 евро. И гель для душа тоже около 2, по-моему, евро всего. Так, сейчас покажу. Здесь 50 мл пластиковая баночка такая. И жирненький, такой густой, желтого цвета крем. Он приятно пахнет травой. Ну, календулой, судя по всему. Мне очень нравится, как он кожу напитывает, но в то же время, как вы нанесете, он сразу такой достаточно жирный на лице, но быстро впитывается и становится... ну, кожа такая бархатная, приятная и не жирная. То есть жирность это довольно быстро впитывается кожей. Вот. У них есть сайт косметика afrodita.com. Вот такой вот календула ночной. Есть еще крем для рук. Мне раньше я покупала крем для рук. Такой же серии с календулой и с ромашкой есть. И другие крема для рук. Шампуни я хотела попробовать, но не стала покупать, потому что они были там в очень большие. То, ну, то миллилитров по 500, наверное, или, может быть, даже по литру. Они огромные там упаковки. Поэтому шампунь я не стала покупать. Может быть, в следующий раз попробую. Вот. Ну, к тому же, по запахам мне как-то меньше понравилось. И сейчас попробовала гель вот для душа. Ну, очень я советую вот именно этот крем. Мне прям вот он супер понравился. Когда кожа такая немножечко подвоспаленная, уставшая, на солнце была весь день, или вообще просто вам нужно напитать, может быть, обветренная какая-то, я думаю, будет классно для кожи. Причем здесь, по-моему, даже не указано, для какого типа кожи. Но я думаю... Вот это вот регенерация, какое-то насыщение витаминами. Оно для любой кожи полезно. Ну, возможно, для жирной только не пойдет. Но хотя у меня сейчас летом кожа такая жирноватая, конечно, комбинированная. Но в то же время кожа нуждается в дополнительной какой-то вот подпитке и регенерации. Вот. Ну, будете, если в этих краях, ну, то есть Хорватия, Черногория, Словения, Босния, Герцеговина наверняка продается тоже, прикупите. Стоит совсем недорого, но отличные средства. Афродита Косметикс.